перинатальному центру. В пятницу исполнилось 30 лет. За это время в стенах этого медицинского учреждения родились 60 тысяч младенцев. 22 декабря в перинатальном центре открыли памятную доску первому главному врачу Александру Толмачеву. Большое спасибо всем вам, большое спасибо руководству в лице Алексея Игоревича, спасибо медицинскому сообществу за уважение и добрую память о докторе Толмачеве Александре Алексеевиче. Спасибо. Подробнее о юбилее перинатального центра в специальном репортаже. Он выйдет сразу после выпуска новостей.